Приветствую всех у себя на канале. Меня зовут Татьяна Серекиенко и сегодня я вам предлагаю вместе со мной связать вот такую замечательную трендовую шапку. Она вяжется очень просто, свяжет даже новичок. Здесь мы будем провязывать лицевую, изнаночную петлю, лицевую переснимать и вязать по две вместе лицевой. Все, больше ничего сложного здесь нету. Но единственное, что в этой шапке здесь мы сделаем красивый наборной край и сделаем фиксированный отворот для того чтобы наш отворот не отворачивался чтобы он всегда лежал на своем месте и вот такая красивая замечательная шапка у нас получится сейчас я вам расскажу как я вязала из чего я вязала покажу свои расчеты и затем подробно буду показывать вам каждый ряд провязывания итак Моя шапка связана из пряжи Ализе Суперлана Макси. У меня осталась только этикетка. Если вы помните, я вязала недавно курточку, бомбер из этой пряжи. И у меня оставался моток. Вот я решила его и вывязать на шапку. Ализе Суперлана Макси в 100 граммах 100 метров. И номер это 310 называется медовый. По составу 75% акрил и 25% шерсти. Шапка получилась очень теплой. Она объемная и теплая. И плюс здесь же еще отворот. Вот в ушках у вас получается шапочка еще и вдвойне. Вот. Дальше давайте посмотрим. Для вязания я брала спицы 8 мм. На отворот я спицы не меняла. Вязала этими же спицами полностью. Шапка связана на спицах 8 мм. Окружность головы у меня 56 сантиметров. Сейчас я покажу, как я делала расчет петель. Да, вот изначально хочу вам сказать, расход у меня 108 грамм. Я вывязала полностью всю пряжу, что у меня оставалось. У меня был моток целый и 8 грамм оставался с курточки. Теперь давайте посмотрим на плотность вязания. Я связала образец. У меня получилось в 10 сантиметрах 14 петель. Чтобы посчитать, сколько петель в одном сантиметре, нам нужно 14 разделить на 10. И в одном сантиметре вот у меня получается 1,4 петли. Теперь нашу окружность головы 56,

Но для того, чтобы у нас шапка хорошо сидела на голове, была идеальная посадка, от вот этого количества петель нам нужно отнять 10%. Почему я отнимаю 10%, а не 15%? Так как у меня шапка с отворотом, мне не нужно, чтобы она сильно прилегала к голове, поэтому я отнимаю 10%. 78,4 минус 10% получается 70,56, ну или 70,5 петель. 70 с половиной петель мы набрать не можем и плюс нам нужно количество петель кратное двум это схема нашего узора количество петель кратное двум поэтому я могу набрать или 70 петель или 72 я выбираю большее количество петель так как шапка с отворотом и я рассчитываю что отворот должен быть немного больше да, чтобы шапка хорошо тянулась я добавляю вот эти полторы петельки. И получается для своей шапки на окружность головы 56 сантиметров я набираю 72 петли. Как я делаю фабричный край, как я делаю фиксированный отворот, как я закрываю петли. Все это буду показывать дальше в мастер-классе. Хочу еще сказать, у меня здесь закрытие петель идет за два ряда. И вот такая макушечка у меня получилась вот такая классная шапка. Как шапка смотрится на голове, я вам покажу немного позже. Я опубликую фотографию в Инстаграм и в сообщество на Ютюбе. Сейчас не покажу, так как шапка еще немного влажная. Вот поэтому, девчонки, готовьте пряжу, спицы и давайте приступать к вязанию. Мастер-класс будет очень-очень подробный. Всех приглашаю связать такую замечательную шапку. Набор петель я буду делать на одну спицу, и у меня это 8 миллиметров. Оставляем хвостик нужной нам длины и начинаем набор петель. Первая петля, я не как обычно вот так просто сделаю петельку и дальше начну набирать, а я сделаю скользящую петлю. Оттягиваем указательным пальцем нить, затем разворачиваем, делаем петельку, Подхватываем хвостик нити и вытягиваем. У нас получилась петля. Почему она скользящая? Да потому что ее очень легко развязать. Давайте еще раз повторим. Оттягиваем пальцем нить, поднимаем палец вверх, разворачивая петлю, чтобы у нас вот такая петелька. Затем подхватываем нить и вытягиваем. Все, у нас получилась петля. Эту петлю я набрасываю на спицу и затягиваю по спице. Все, первая петля у нас есть. Дальше делаем набор обычным образом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И таким образом набираем нужное нам количество петель. В моем случае это 72 петли. Продолжаем набор петель. Набрав нужное нам количество петель, равняем теперь их, размещая по спице. Смотрим, чтобы косичка смотрела внутрь, чтобы петли были не скрещенные. И сейчас будем вязать первый ряд. Петлю для соединения в круг я не набираю. Вяжем первый ряд. Рабочая нить идет от правой спицы, а начинаем вязать петли с левой спицы. И первая петля у нас как раз была скользящая. Вот первую петлю. Мы провязываем изнаночной. Хорошенько подтягиваем нить, чтобы у нас не было большой протяжки. И дальше будем чередовать изнаночную и лицевую петлю. Но лицевую петлю будем вязать немного иначе. Смотрите, нам нужно ввести правую спицу под вязание. Затем снимаем петельку с левой спицы, выворачиваем петлю и вяжем ее лицевой. Вот так мы будем вязать все лицевые петли. Сейчас мы будем чередовать. Одна изнаночная петля, одна лицевая. Под работой показываю еще раз. Снимаем петлю, выворачиваем ее и вяжем лицевой. И повторяем. Одна изнаночная за работой, вот под работой. Подхватываем петлю, выворачиваем и вяжем лицевую. Одна изнаночная, под работой подхватываем петлю, выворачиваем, вяжем лицевую. И так будем чередовать. Одна изнаночная, одна лицевая петля. Сейчас таким образом довяжите полностью круговой ряд. Вот такой красивый край у нас должен получиться. Это будет лицевая сторона. И вот так он будет смотреться с изнанки. Ну, с изнанки будет красивее смотреться. Сейчас просто, что еще мало рядов провязано. Вот сейчас самостоятельно довязываем ряд до конца. Изнаночную вяжем, как обычно, а лицевую вот таким образом разворачиваем и вяжем лицевой. Довязываем круговой ряд. Чередуем. Одна изнаночная, одна лицевая. Только мы ее выворачиваем. Одна изнаночная, и вот у нас последняя петля аккуратно, чтобы она не слетела. Подхватываем петельку, выворачиваем, придерживаем рабочую нить и вяжем лицевую. Все, я довязала первый ряд. Здесь смотрим, чтобы у нас петли не разворачивались, не перекрутились. Вот так у нас смотрится наше вязание. Хвостик это будет у нас начало нашего кругового ряда. Фабричный край мы с вами вот как раз уже сделали, а дальше начинаем вязать узор. Как мы будем вязать узор? Первый ряд узора. Изнаночную петлю будем вязать изнаночной. А лицевую переснимаем. Рабочая нить за работой. Это и есть раппорт нашего узора. Затем повторяем. Изнаночную вяжем, лицевую переснимаем. Нить за работой. Изнаночную вяжем, лицевую переснимаем. И так будем вязать до конца первого ряда. Все изнаночные провязываем, а лицевые переснимаем. И так чередуем. Изнаночная, лицевую переснимаем. Изнаночная лицевую переснимаем. Сейчас самостоятельно довяжите первый круговой ряд узора до хвостика. Я довязала первый ряд узора. Дальше начинаем вязать второй ряд. Ряд у нас заканчивается лицевой петлей, а начинается изнаночной. Вот хвостик как раз отделяет. Если вам удобно, можно одеть маркер. Ну, я и так Вижу, где у меня начинается ряд. Дальше вяжем второй ряд узора. Изнаночную провязываем за заднюю стенку, лицевую за переднюю. В предыдущем ряду мы лицевую переснимали, в этом ряду мы ее провязываем. Вяжем и изнаночную, и лицевую петлю. И так чередуем. Одна изнаночная, одна лицевая. Как вяжем резинку 1 на 1. Провязываем изнаночную, провязываем лицевую. В круговом вязании изнаночную вяжем за заднюю стенку, лицевую за переднюю. Одна изнаночная, одна лицевая. И так довязываем второй ряд узора. Высоту узора у нас будет как раз два ряда. Дальше мы будем чередовать первый и второй ряд. Будем вязать так до нужной нам высоты. Сейчас мы вяжем с вами отворот. Какой высоты вы хотите связать, столько рядов вы и провязываете. Дальше вот мы сейчас довяжем второй ряд, дальше начинаем узор с первого ряда. Получается, в первом ряду лицевую мы не провязываем, а переснимаем нить за работой, а в следующем ряду лицевую мы провязываем. Изнаночную вяжем в каждом ряду. Это и есть схема нашего узора. Будем так вязать, чередуя первый и второй ряд узора. Вот такая красота у нас с вами получится. Это мы с вами вяжем отворот. Какой высоты вы хотите его вязать, столько рядов вяжете вверх. 5, 6, 7, 8 сантиметров. Это на ваше усмотрение и на ваш вкус. Ну, а я хочу вам показать, что вот такой красивый край. Он эластичный, хорошо тянется и он очень красиво смотрится. Это лицевая его сторона и это изнаночная. И узор покажу вам немного позже. Он сейчас еще не прорисовывается, но буквально еще пару рядов, и уже мы увидим, как он красиво будет смотреться, особенно на этой шапочке. Сейчас самостоятельно вяжем отворот до нужной нам высоты, повторяя первый и второй ряд узора. Я провязала до нужной мне высоты. Я отворот провязала 16 рядов. Если мерять в сантиметрах, то у меня получилось ровно 8 сантиметров мой отворот. Дальше я буду делать изгиб, чтобы отворот у меня хорошо держался. Я хочу сейчас вам показать лицевую и изнаночную сторону. Вот так смотрится лицевая сторона, там где у нас есть вытянутая петля. И вот так смотрится изнанка. Здесь идет резинка один на один, но лицевая дорожка, она какая-то такая неровная. Поэтому я Буду вязать так, чтобы изнаночная сторона была у меня внутри. И вот так смотрелся мой отворот. Наборной ряд вот наши петельки были вверху. Сейчас мы сделаем подгиб и дальше будем вязать шапку до нужной нам высоты. Вот сейчас мы будем вязать в другом направлении. Сейчас мы будем разворачивать наше вязание. Я вяжу вот таким образом. Вот это моя первая петля. Последний ряд я провязала и лицевые, и изнаночные. Предыдущий ряд я лицевую переснимала, а вот последний ряд я вязала и лицевую, и изнаночную петлю. Теперь нам нужно развернуть вязание наоборот. Я разворачиваю таким образом, чтобы рабочая нить... У меня ишла от левой спицы. Затем выворачиваю свое вязание изнаночной стороной вверх. И сейчас я буду вязать. Маркер это у меня была первая петля в ряду. Теперь она будет у меня последняя. Первая петля у нас была провязанная лицевая с лицевой стороны. Теперь мы вяжем по изнанке. Вот первую петлю нам нужно снять за переднюю стенку, набрасываем рабочую нить. Вот такая у нас скрещенная петелька получается, еще двойная. И натягиваем. Разворачиваем теперь на лицо и смотрим. Мы ее затем провяжем вот изнаночной за передние стенки. И у нас будет здесь аккуратная петля и не будет больших протяжек натягиваем, хорошенько натягиваем вот эту петлю. И дальше нам нужно вязать фиксированный отворот. Первый ряд отворота. Вот. Все лицевые петли мы будем снимать нить за работой, а изнаночные будем провязывать. И повторяем. Лицевую переснимаем, изнаночную провязываем. Как мы вяжем второй ряд узора. Я ж напомню вам. Мы вязание развернули, вяжем в другом направлении, в обратную сторону. И у нас здесь изнаночная сторона, дальше будет лицевая. Вот так у нас отворот будет подгибаться, и здесь будет лицо и лицо. Вот лицевые мы переснимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем и изнаночную вяжем. И так будем вязать до конца первого ряда. Посмотрите, как у меня лежат петли. Лицевую я переснимаю, я ввожу спицу внутрь петли и снимаю вот за заднюю стенку. Рабочая нить за работой. Изнаночную провязываем за ближнюю стенку и повторяем. Лицевую переснимаем, изнаночную провязываем. И так довязываем первый ряд от ворота, аж до маркера. Вяжем полностью круговой ряд. В конце ряда, вот смотрим, лицевую переснимаем, Изнаночную провязываем. Маркер это последняя петля в ряду. Лицевую переснимаем, и я довязала круговой ряд. Маркер это у нас последняя петля в ряду. Была первая, стала последняя. Можно его даже вот так вытянуть на лицевую сторону, чтобы нам видно было, где у нас последняя петля. Дальше начинаем вязать второй ряд. Второй ряд будем вязать точно так же. Все изнаночные будем провязывать, лицевые переснимать. У нас первая двойная петля. Нам нужно ее провязать вот вместе. Две стенки подхватываем и вяжем изнаночной за переднюю стенку. И у нас с лицевой стороны будет лицевая петелька. Вот все, мы двойную петлю провязали, а дальше повторяем. Изнаночную я, получается, провязала, лицевую переснимаем. Изнаночную вяжем, лицевую переснимаем. Если сравнивать с предыдущим рядом, лицевая у нас лежит так, как и лежала, а изнаночную мы провязываем за заднюю стенку. Лицевую переснимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, изнаночную вяжем. И так довязываем второй ряд. Всего я провяжу так три ряда. Вот давайте сейчас довяжем второй ряд и затем вместе провяжем третий. Довязываем полностью круговой ряд. Все. Лицевые мы будем переснимать нить за работой, а изнаночные провязываем. Лицевую переснимаем, изнаночную провязываем. Получается у нас лицевая сейчас стоит на месте, а изнаночная уже в высоту два ряда провязана. Вот сейчас даже если мы вот так сделаем, мы уже видим наш отворот. Вот так он будет выглядеть. Мы потом еще третий ряд провяжем, и он будет намного четче выделяться. Вот сейчас довязываем второй ряд отворота я довязываю вот второй ряд отворота последняя у нас лицевая и начинаем вязать третий ряд вот третий ряд вяжем точно так же изнаночные мы провязываем лицевые переснимаем нить за работой изнаночную вяжу лицевую переснимаю три ряда мы провязываем одинаково все лицевые мы переснимаем нить за работой, а изнаночную вяжем. Вот у нас отворот будет в высоту 3 ряда. Лицевая стоит на месте, а изнаночная уже 3 ряда провязана. Вот наш фиксированный отворот. Шапка будет сама ложиться, вот, чтобы отворот у нас держал форму. И он не будет отворачиваться, будет красиво лежать. Сейчас самостоятельно довязываем третий ряд отворота. Все лицевые переснимаем, изнаночные провязываем. Довязываем полностью круговой ряд. Довязываем третий ряд, лицевую переснимаем, изнаночную вяжем и последняя петля в ряду у нас лицевая. Переснимаем. Все, я связала свой фиксированный отворот. Лицевая петля, как было у нас до отворота, ни единого ряда мы не провязали. Мы постоянно петлю переснимали, а изнаночные вязали. Вот так, если посмотреть, мы видим три протяжки. Это три ряда изнаночных. Ну, если развернуть, да, то мы видим наш фиксированный отворот. Вот так он будет выглядеть. Ну, и вот если смотреть по лицевой стороне, вот так отворот же будет отворачиваться, да, вот будет низ шапочки вот так красиво смотреться. А сейчас давайте переходить на наш узор. Так как первый ряд узора и ряд нашего отворота совпадают, мы начинаем узор со второго ряда. Вот все изнаночные мы провязываем и вяжем лицевые. Смотрим, чтобы они были не скрещены. Вяжем изнаночную, вяжем лицевую. Вот Чередуем 1 лицевая, 1 изнаночная петля. В предыдущем ряду, когда мы вязали отворот, мы как раз лицевую переснимали, а в этом ряду, вот сейчас мы уже переходим на узор, провязываем и лицевые, и изнаночные петли. Сейчас самостоятельно довязываем круговой ряд узора. Довязываем ряд. Вот последняя у нас лицевая петля, петля с маркером. И дальше будем вязать узор с первого ряда. Теперь будем чередовать. В одном ряду мы лицевую провязываем, а в одном ряду мы ее переснимаем. Только что мы лицевые вязали, значит в следующем ряду будем их снимать. Изнаночные мы вяжем а лицевую переснимаем нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую переснимаем. Изнаночную вяжем, лицевую переснимаем. Теперь будем вязать наш узор до нужной нам высоты. Теперь будем чередовать первый и второй ряд узора. Один ряд мы лицевую переснимаем, не провязывая, а в следующем ряду будем лицевую провязывать. Вяжем точно так же, как и в начале наш узор. Сейчас вяжем шапку, Повторяя два ряда узора до нужной нам высоты, аж до закрытия петель. Я провязала шапку до нужной мне высоты. Точнее, я бы, может, еще сантиметра два так вверх провязала. Но у меня закончилась пряжа. Я вот вывязала моток, и у меня метров пять оставалось еще из куртки. Я вот этот хвостик присоединила, ну и у меня вот осталось метра два. Это все, что у меня есть по пряже. Если бы у меня был еще один моточек, я бы, наверное, еще сантиметра два вверх провязала. Но, к сожалению... То, что есть, то и есть. Вот, сейчас я буду закрывать петли, буквально 2-3 ряда, и я закрою все петли. Я сейчас, вот, если мерять высоту шапки с отворотом, отворот у нас 8 сантиметров, и вот высота, ну, почти 20 сантиметров, где-то с половиной высота моей шапки. Сейчас я буду закрывать петли. Последний ряд я провязала, вот, лицевую петлю я переснимала. Сейчас мы должны вязать лицевую петлю, провязывать, но мы сейчас будем сокращать наши петли в два раза у нас изнаночная и лицевая петля. Нам нужно изнаночную развернуть и провязать вместе с лицевой, лицевой за переднюю стенку. И так мы будем вязать до конца ряда. Изнаночную разворачиваем и вяжем 2 петли вместе лицевой. Изнаночную разворачиваем, вяжем 2 вместе лицевой. У нас было 72 петли по кругу. Сейчас, когда мы довяжем этот ряд, у нас будет 36 петель. Перемещаем петли. Я разделю на две части, чтобы мне удобнее было вязать. И буду вязать по две вместе лицевой. Изнаночную я разворачиваю и вяжу лицевую и изнаночную вместе лицевой. И так довязываем круговой ряд. Перемещаем теперь петли со второй стороны. Вот где у нас последняя петля. Я вот здесь вытащу леску. И вяжем со второй стороны точно так же. Изнаночную переснимаем и вяжем вместе с лицевой. Вот две вместе лицевой провязываем. У нас будет резкое закрытие петель. Разворачиваем петлю и вяжем две вместе. И последняя убавка. Разворачиваем петлю и провязываем. Я провязала ряд с убавками, у меня осталось нити буквально метр, поэтому я сейчас сразу буду вязать следующий ряд с убавками. Если у вас пряжи достаточно, провяжите один ряд без убавок. Все лицевые петли. Вот у меня сейчас по кругу 36 петель. Если бы мне пряжи хватало, я бы провязала еще один ряд без убавок. А в следующем ряду уже делала следующие убавки. Но так как у меня пряжи ограниченное количество, я буду сразу делать ряд с убавками. Я буду провязывать по 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. У меня на спицах сейчас 36 петель. Провязав этот ряд, у меня останется 18 петель. Все, дальше мы просто будем стягивать получившееся отверстие. Довязываем ряд с убавками. Перемещаем петли по спице. Вот так я спицу перемещаю, чтобы мне удобнее было вязать. И довязываем ряд. Две вместе лицевой за переднюю стенку. Две вместе лицевой. И так довязываем круговой ряд. где у нас вот последняя петля, я здесь вытягиваю леску и перемещаю петли по спице. И делаю вот уже последние убавки, провязывая по 2 вместе лицевой. последняя убавка. Я довязала ряд. У меня осталось 18 петель. Все, эти 18 петель я просто буду стягивать. Вот так будет выглядеть моя шапка. Вот у меня осталось здесь буквально сантиметров 30. Берем иглу и сейчас будем стягивать оставшиеся петли. Изначально я вот перемещаю петли по спице, чтобы мне было удобнее их переснимать. У нас должно быть 18 петель справа налево, как мы и вязали по кругу, так и перемещаем. Считаем, давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Протягиваем рабочую нить через петли. Дальше перемещаем петли. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Все, я переместила все петли. Теперь нам нужно хорошенько отверстие затянуть и зафиксировать нить. Здесь я пройдусь еще Раз по кругу, вот хорошенько, хорошенько затягиваем, и вот так внутрь петелек я еще раз по кругу пройдусь, чтобы отверстие у меня хорошо было стянуто, не было дырочки. Можно через пол круга пройти, как вам будет удобно, но ну, я полностью через круг пройду. Вот видите, уже отверстие у меня хорошо затянулось. Все, теперь я вывожу на изнанку рабочую нить. Сейчас я буду с изнаночной стороны фиксировать хвостик и отрезать. Вот, хорошенько затягиваем. Соседняя петелька, подхватываем. У нас получилась петля внутрь петли. Еще раз внутрь петли и затягиваем. Вот, у нас получился узелок. Хорошенько его затягиваем. И я просто внутрь. Петелек еще вот так спрячу хвостик. И можно отрезать. Здесь я не буду. Под самое полотно отрезать а небольшой хвостик оставлю. Вот получается у меня ушло на шапку где-то 103, наверное, 105 грамм. Ну, мы сейчас сважим. И вот этот хвостик нам нужно спрятать. И наша шапочка готова. Вот такая красота у нас с вами получилась. И высота шапки, вот до ВТО сейчас вам скажу, от макушки, ну вот 20 сантиметров высота моей шапки. И по расходу пряжи сейчас мы сважим. 108 грамм ушло пряжи на мою шапочку. Вот такая шапка у меня получилась. Сейчас я его постираю и обязательно покажу, что у меня получилось. Вот такая красота. Это ее лицевая сторона. Очень красивый узор получился. И вот так она смотрится на изнанке. Вот моя шапка уже после стирки. Сейчас я хочу ее померить. Она у меня немного растянулась. Я специально после стирки ее, когда сушила, немного растянула. Высохла она буквально за ночь возле батареи на полотенце сушила на горизонтальной поверхности у меня шапка в высоту 22 сантиметра было 20 сейчас стало 22 вот такая красота у меня получилась смотрите как смотрится узор вот так он будет смотреться на голове очень классный мне очень нравится эта шапка вот такая красота у нас с вами получилась да, и вот фиксированный отворот также хорошо красиво смотрится по лицевой стороне, ну и по изнанке вот видно, где мы переходили на него. У нас здесь вытянутая лицевая петля. Вот такую красоту мы с вами сегодня связали. Если вам шапка понравилась и вы также хотите ее связать, обязательно пишите мне об этом в комментариях и жду ваших лайков под этим видео. Всем ровных петелек, теплых шапочек и увидимся совсем скоро. Всем пока!